Добрый день, с вами Лара Шум, и мы продолжаем изучать 12 направлений и исследовать себя на вопрос, как не сливать свои жизненные силы, свою энергию, а всегда находиться во внутренней гармонии и балансе с миром. Седьмое. Чувство вины за свои нехорошие поступки или реакции. В мире нет абсолютно правильных или неправильных ответов. Никто не вправе устанавливать для вас стандарты поведения и кодексы правил. Никто, кроме вас самих. Именно определяя для себя эти кодексы, мы принимаем на себя внешние правила, религиозные правила, общественно принятые или наоборот, как протест, непринятые. Мы выбираем их извне. Но есть другой вариант выбора – изнутри. Формировать свои правила, исходя из состояния внутренней гармонии и чувства того, что вы себе позволяете. И при этом вы не теряете гармонию со Вселенной. У нас всех существуют темные и светлые стороны. Каждый из нас – это инь и янь. Инь и янь есть дуальность этого мира. Мы являемся все световыми частицами, душами. Пришли в этот мир – познать дуальность, вернее, и ее тоже, и именно поэтому в нас изначально заложено протестовать против плохого. Ваша темная сторона не является абсолютным злом, и вы не преступник. Ее присутствие в вас не означает, что в вашей душе нет места чистому и прекрасному. Позвольте себе быть гармонично устроенными. Осознайте, что у вас плохого, и перестаньте этому сопротивляться. Примите в себе это. Да, я люблю позанудствовать. Да, я забываю, не выполняю, что обещала. Да, я паникую, чрезмерно переживаю и жалею себя. Да, мне иногда хочется выругаться матом, и я со смаком это делаю. Да, я немного трус. Да, я люблю выпить. Научитесь принимать то, что вы сами в себе не принимаете, что вам не нравится в себе. Определите, распознайте, вытаскивайте себя темного на свой же свет. И разговаривайте. Находите такое внутреннее состояние баланса, когда темная сторона не мешает вам всецелостному развиваться и двигаться к своей мечте. А еще найдите и ее плюсы. Я не сомневаюсь, вы найдете баланс. Именно сейчас наступает время сделать для себя то, что так долго откладывалось и забывалось. Сейчас наступает время, когда я учусь особенно беречь себя и своих близких. И я благодарю Вселенную, что через обстоятельства она учит этому каждого из нас. Я надеюсь, что эта статья вам оказалась полезной, и вы поделитесь ей в своих соцсетях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и я вам буду весьма благодарна за донат. Хорошего вам дня!